Здрасте. Здрасте. Это вы мне звонили? Ты Наталья? У вас Алена? Наталья ты. Наталья. Я звонила. Ой, господи, беда у нас, Наталья. Девка-то жить не хочет. Ребеночек-то у нее помер в роддоме, новорожденный. Да я знаю. Вот как оттуда пришла, так лежит, третий месяц лежит. Не знаю, что делать. Повлияй на подругу-то свою. Так, я поняла, где она? Он там, там лежит. Сейчас, подождите за дверью. Наташа, а что ты здесь делаешь? Тебя пришла спасать, бестолочь. Ты чего лежишь? Ты же знаешь все. Ты ведь сама мне сказала, что мой ребенок умер. Успокойся. Ну, хватит уже, а? Успокойся, слышишь? Успокойся, я тебе сказала. Ну, сколько можно? Ну, нет ребенка, ну что теперь, ну что? Ты посмотри на себя. Ты молодая, красивая, умная. У тебя все дороги открыты. Я поеду или... Пойду я. Я просто не знаю, что мне делать. Алена, ну что-нибудь. Что-нибудь делать надо, ты понимаешь? Учиться пойди, я не знаю. Тебе мужика надо найти. А то ты совсем дура, пропадешь. Наташа, а как там Пьер? Послушай меня. У него все хорошо. У него семья. У него сын растет. Забудь про него. Пожалуйста, забудь навсегда. Иди сюда. Алена, я тебе хочу сказать... Уф! Уезжай отсюда, Алена. Уезжай отсюда далеко-далеко. Ты слышишь, в какой-нибудь другой город. Уезжай. Чтобы тебя... Там тебя никто не знает, ты поняла? У тебя там новая жизнь начнется. Ты слышишь меня? И никогда, слышишь, никогда сюда не возвращайся. Потому что твои братья, они убьют тебя. Я не знаю, они совсем уже... Дура-то дура. Какая же ты дура. Маленький, ну поспи. Ну поспи, пожалуйста. Да-да, там открыто. Входите. Вот, молоко принесла ребенку. Что, Татья с Кириллом, вы плохо выглядите? А что, малыш плачет? Ну что, не видишь, что ли? Ну, вы бы его на ручки взяли. Маленький, ты чего хочешь? Может, покушать? К матери он хочет. Елизавета. Ты подумал бы, ну ошиблась. Ну ладно. Момент, на что такое счастье? Отец Кирилл, я вам просто помочь хотела. Это не мой ребенок. А ладно, ладно. Не твой, так не твой. А все равно возьми его. Воспитаешь. Усыновишь. Хорошее дело. Богу угодное. Не могу я его забрать. Это его вам Бог послал. Вот вы с Богом и договариваетесь. И не сможете, ну, в детский дом отдадите. Знаешь что, Елизавета, ты здесь не держи. Я молоко на столе оставлю. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Ныне преисны во веки веков. Слава тебе, Господь наш. Слава тебе, Господь наш. Слава тебе, Господь наш. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Мы благодарим Пречистую Матери, преподобных и благоносных отец наших и всех святых. Помилуй нас. Не могу я больше. Нет у меня ни сил, ни терпения. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сделай не как я хочу, а сделай, как Ты хочешь. Спаси и сохрани. Маленький мой, чадо беззащитное.
Прости меня, старика. Прости. Пусть тебя хорошие люди воспитают, вырастут. А я... Я не могу. Может, тебе работу найти какую, а? Нет. Правильно говорила Наташа. Хватит тут сидеть. От жизни не спрячешься. Худенькая какая. Куда ж ты пойдешь-то? Не знаю, не решила пока. На кладбище к отцу съезжу, а потом... Ты что? Молодая, жить да веселиться, а ты про кладбище. Алло. Мне все равно в поселок нужно. Не надо. Наташа, что тебе сказала? Нельзя тебе в поселок. Не ждет там тебя никто. Ты знаешь, что никто не ждет. Кроме отца. Вот схожу к нему на могилку, а потом... Что потом? Что потом? Что потом, Алена? Ты что задумала? Бабник, да вы не волнуйтесь. Ой. Я в Москву поеду. Начну новую жизнь. Работу найду. Прощайте. Ну вот, обои, в принципе, новые. А вид из окна? Вы видели вид из окна? Посмотрите. Мне некогда любоваться видами. А почему так у вас темно и грязно как-то? Лампочку надо поменять. Прошлые жильцы электричество экономили. А зато во дворе магазин хороший, рынок за углом и автобусная остановка недалеко. Я поняла, поняла. Но мебель у вас старая и балкона нет. В общем, я буду снимать вашу квартиру. Только коммуналка за ваш счет. Ну что ж, электричество тогда за ваш. Хорошо. И еще. За деньгами приезжать не надо в квартиру. Мы будем с вами встречаться по 5-м числам. Я буду привозить вам деньги, счета там, все остальное. Как это не приезжать? А если проверить? Вдруг ты еще кого сюда поселишь или сломаешь что-нибудь? Да было бы у вас что ломать тут. В общем, вы согласны или нет? Меня еще 2 квартиры на просмотр ждут. Не, ну договорились, чего. А вы сами будете здесь жить? Сама. Со своим мужчиной. Мужем? Ну какая вам разница? Я вам деньги плачу, мне кажется, я сама разберусь, с кем здесь жить. Вот сумма за 2 месяца. Ключи давайте. До свидания. До свидания. Что у тебя с деньгами? Ничего. Попыталась пойти устроиться в кафе уборщицей. Они уже другую взяли. Так, конечно, что ж, они не ждать будут все это время, что ли? Ну, какое кафе? Ну, у тебя дети. Кто с ними сидеть будет? У нас мамочки в школе спрашивают про репетитора. Может быть, позанимаешься? А ты? Тебе ведь тоже деньги нужны. Тебе нужны. Маша. Представляешь, я тут Наташу увидела. Она попыталась мне деньги всунуть. Сережа передал. Ты взяла? Нет, не взяла. Только попросила ее, чтобы она сказала Сережке, что я жду, пока он придет, и мы поговорим. Ну, это зря. Она напередает. Знаешь что, если Сережа деньги тебе передает, я думаю, он тебя любит. Полин, если бы он меня любил, он бы пришел и поговорил. Ой, Маша. Так, а мы что не работаем-то, я не поняла? Так обед не закончился. А кто хоть выигрывает-то? Как кто? Динамо? Юр,
Ну, отнеси песок, ты видишь, они ждут. Бегу, бегу. Так, так. Давайте заканчивайте. Наташ! Ну, ты что, Машку видела? Да, видела. Деньги дала? Да, да. Она взяла? Ну, взяла, конечно. А ничего не сказала? Да ничего не сказала. Ну, благодарности не было. Взяла конверт, а негритеночка своего схватила и побежала. А ты на что рассчитывала? Ну, не знаю. Ух, Сережа, видимо, плохо ты свою жену знаешь. Каждый день сюрпризы. Видимо, плохо. Подожди, я кое-что спросить хотела. Слушай, а насчет квартиры-то ты что решил? Ничего не решил. Ну, подожди. У меня подруга уехала надолго, ключи мне оставила. Квартира вот прям здесь недалеко. Ты можешь там пожить. Там хотя бы горячая вода есть. Ну, что ты здесь как этот, как бомж? Давай. Хорошо, спасибо. Я подумаю. Что ты, мой маленький? Спи, спи. Закрывай глазки. Давай, давай, давай. Ну, чего ты малыш? Ну, иди сюда. Давай. Давай, успокаивайся. Ну что, притих? Как сказано, не суди, да и судим не будешь. Ой, что же мне было делать-то еще? Может, тебе в детдоме лучше будет? Хотя что, если сам себя обманываю? Ну какой там лучше? Это как, когда кому было в казенном доме-то лучше? Вот не женился я в молодости. А вот почему я не женился, знаешь? А, молчишь. А потому что дурак был. А сейчас у своих детишек трое было. А где трое, там четверо. Что это такое? Что же она делает, а? Ты что, девица, делаешь-то, а? Ты что удумала-то? Держись, держись! Ну что ты тут устроила-то? Купаться полезно! Ой, вода-то ледяная! Держись! Ну что? Держись! Не надо, я сама решила! Чего ты решила?
Утопнуть решила, что ли, а? Я это не допущу. Давай. Давай, давай, давай. Да не брыкайся ты, давай. Немножко отдохнем. Встанем. Пойдем. Давай. Еще раз. Два. Три. Давай. Еще немножко. Ну, помоги мне. О. А ты знаешь, что самый страшный грех – это самоубийство. Ты подумал о душе своей, о близких своих, об отце, о матери. Они даже свечку тебе поставить не смогут. У меня никого нет. Я никому не нужна. Лучше бы я умерла. Такого не бывает, чтобы лучше умереть. Бог такого не допустит. Может, и не допустит. Мать и отец у меня умерли. Братья меня ненавидят, а идти мне некуда. Любимый меня бросил, у него другая семья, сын, а наш ребенок, он умер. Да. Откуда же ты знаешь, что тебе лучше? Не ты решаешь, что тебе лучше. А вот Господь Бог посылает столько испытаний тебе. Сколькими ты можешь справиться? Понятно тебе? Вот я с тобой тут закупался, как дед Мазай в речке. И вот про своего воспитанника забыл. Это ваш сын? Да нет. Вот тоже беру грех на душу. Вот Господь послал на воспитание. А я малодушным оказался. И что с ним будет? Не знаю. Нет. Вот. Дом малютки везу. Пускай там разбираются. Пожалуйста, не надо до малютки. Я вам помогу. А чего, справишься? А если трудно будет? Опять опиться пойдешь? Пожалуйста. Велик Господь мудрости своей. Утром здесь не так мрачно. Полы я протру везде. Только здесь темно, надо лампочку вкрутить, она там на шкафу. Вкрутишь? Наташ, да мне так сойдет. Ну, ладно, я сама могу. Сейчас достану. Ой! Нет! Тихо, тихо, ты чего? Извини. Осторожно. О, оступилась. Фу. Еда в холодильнике. Котлеты, суп, все свежее. Поужинаешь? Да, я потом разогрею, спасибо. Ну, ты же не поужинаешь сам. Ну, чего ты так смотришь? Тебе не нравится здесь? Да нет. Напомнила мне мою коммуналку. Я там с Лариской. Женой своей первой жил. Очень похоже. Так ты второй раз женат? Я тоже. А говорят, что третий брак самый счастливый. Ну, так же, как в сказках. Один раз плохо, второй раз лучше. А третий был дурак. Поужинаем? Поужинаем. Молодец. Спасибо, Мария Алексеевна. До свидания. Послезавтра следующее занятие. Угу. Пока. Ну, чего ты там пищишь? Не реви. Есть хочешь? Сейчас есть будем. Давай. Сережка. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Сережа Владимирович. Так вот, куда вы подевались. У вас все в порядке? А то я до Сергея дозвониться не могу. Вы... Ничего не знаю. Проходите, садитесь. Чай будете? Спасибо, нет. Ну, садись, рассказывай. Да что рассказывать? Все у нас не в порядке. Сережка ушел. В смысле? Он на работе? Я не знаю, где он. В смысле, он совсем ушел. Этого не может быть.
Ну как Сергей может уйти? Он что, бросил тебя, вашего сына? Не верю. Ну вот так вот. Он как только ребенка увидел в роддоме, развернулся и ушел. Я даже с ним поговорить не смогла. Да что он там такого мог увидеть? Ну, я ничего не понимаю. Это просто какой-то... Ясно. Юрий Владленович, постойте, послушайте, ну хотя бы вы мне поверьте. Да я же не изменяла Сереже, это наш с ним сын. Я вам клянусь, я здоровьем всех своих детей клянусь, Юрий Владленович. Маша. Маша. Машенька, ну... Ну, дочь, ну, ну. Давай, брат. Давай. Да что ты будешь делать, а? Выпить спокойно не дадут. Да, что там еще? Слушаю я. Дим, а ты извини, что я тебя беспокою так поздно. Это ты, привет. Да. Слушай, ну, сестра вроде твоя нашлась. Алена. Да ты что? Куда их тебя познавать, в какой морг? Да ладно, какой морг? Нет, 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 жива-здорова. В соседнем городе живет. Ты сегодня, представляешь... Оперативник мой по ориентировке нашел. Сегодня именно. Аленка нашлась, живая. Алло, Дим, ты... Своего подозреваемого-то отпускай, он не виноват ни в чем. Ладно, 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 с этим я сам разберусь. Живая. Дима, где? Фу, сейчас. Сейчас будем разбираться. Ну что застыл-то? Сюда иди. Ты обалдела, что ли, а? Мы тебя по всей России целый год искали. Мы вообще думали, что тебя убили. Ладно, 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 не ори. Давай, по порядку. Ребенок твой, что ли? Нет. Мой ребенок умер. Что? Какой ребенок? Это кто тебе его сделал-то? Да известно, кто сделал. Папуас этот чертов успел все-таки. Мы ж тебе запретили с ним общаться. Ты вообще его отпустил. Надо было там пришить вместе с этой дурой. Ну-ка прекратили галдеть возле храма. Все нормально, батюшка. Это сестра наша. Все мы братья и сестры во Христе. Кем она ни была, но я вам не позволю ее обижать. Что, ребенок? Заснул. Иди в дом и уложи в постель. Подождите, батюшка. Она с нами поедет. У нее вообще-то свой дом есть. Алена, ты хочешь с ними ехать? Нет. Что? Что ты сказала? Ты, а? Деньги где отцовские? Это мои деньги, мне отец их сам подарил. Отец вообще из ума выжил. Так, ну-ка садись, давай, в машину там разберемся. Я полагаю, что она взрослый человек и может жить где хочет. А ты не кричи, сын мой. Здесь святое место. В машину бегом села. Тихо. Я еще раз говорю, молодые люди,
А она как захочет, так и поступит. С вами не поедет. Понятно? Так что давайте, идите отсюда. А то ребенка разбудите. Ладно. Потом вернемся. Никуда она не денется. Поехали. Олег! Поехали! Спасибо, отец Кирилл. Вы опять меня спасаете. Давай поговорим. Что от исповеди отказался? Что, есть что скрывать? Пьер, ты вернулся. Отпустили. Сказали, что Аленка нашлась. Жива? Как она? Где она? А вот этого они мне не сказали. Взяли только слово, что даже если узнаю, то к ней не подойду. А я все равно хочу ее найти. Понятно. Ну, ладно. Ты вернулся, хорошо. Я сейчас вещички соберу. Видишь, дом в порядке. Все хорошо. Спасибо, что разрешил пожить. Маш, куда ты? Зачем? А? Ну, Пьер, все равно же, вон, как мы с тобой будем жить в этом доме? Опять. И так все запуталось. Да подожди, Маш. А куда ты пойдешь-то? Ты жилье нашла? Нет, Полинка предложила у нее пожить. Полинка? В поселке все для себя уже все решили. И переедешь ты к Полинке, и чего? Что изменится-то? Хуже только будет. Нет, что ни говори. А местных сплетниц я очень хорошо понимаю. Похож. Как такое могло получиться? Врач в роддоме говорил, что это может получиться через поколение. Ну, я-то отца своего не знала. И мать мне про него никогда ничего не рассказывала. Маш, слушай, давай сделаем генетический анализ на отцовство, а? Ну чего, это сейчас просто и недорого. Зато будет понятно, что я не отец. Зачем? Пьер, ну зачем? Ну, ты будешь ходить с бумажкой и показывать ее всем? Мы с тобой и так знаем, что ты не отец. А что-то кому-то доказывать бесполезно. Да. Доказывать действительно бесполезно. Маш, ну оставайся. Ну, честное слово, нет смысла никуда уезжать. А? А чего сейчас беситься-то? Раньше надо было, когда мог его посадить. Как там у вас с этим делается? Подбросил бы что-нибудь. Да пробовал я, бесполезно. Тут еще проверка из города приехала. Мне таких костылей навтыкали за то, что я его держал без предъявления обвинений. Ай. Они считают, что он невиновен, да? Ну, по закону выходит так. Знаешь что, Дим, плевать я хотел на эти законы. Он изнасиловал нашу сестру. У нас же вообще крыша тронулась. Из дома убежала. Теперь ребенок умер. Да. 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 Это не дело. Конечно, не дело. Он ее обидел, должен отвечать. И не по закону, а по совести. И что ты предлагаешь?
Еле тебя нашел. Маша сказала, что ты на стройке работаешь, а на какой никто не знает. Пол района объездил. Здрасте, Юрий Владимирович. Напрасно трудились. У меня все хорошо. Да, я вот здесь работаю. Сережа, ну как же так? Ты должен поговорить с Машей. Прошу тебя, поезжай. Ну, нельзя же так все решать. Вы только за этим приехали? Зря время потратили. Нечего нам с ней обсуждать. Сергей, я тебя очень прошу. Поезжай к ней. Поговорите спокойно. Тут какая-то ошибка. Ну, не может этого быть. Ну, не такая Маша женщина, чтобы вот так вот тебя обмануть. Да ты и сам это все знаешь. Да вот, оказывается, не знаю ничего. Была не такая, а стала такая. Да моя Машка даже в деньги не взяла, не говоря уже. Не о чем нам с ней разговаривать. Да и с вами, Юрий Владимирович, у нас тоже разговор окончен. То есть и моя просьба для тебя ничего не значит? Да, Сергей? Люди меняются. И еще как. Я-то тоже тебя, оказывается, не знал. Я думал, ты умный, рассудительный мужик. А ты готов все порушить, да? И старую дружбу, и любовь, и семью. Все под одну гребенку. Ладно. Одумаешься, знаешь, где меня искать. Случилось чего, что ли? Дедков, ребенок пропал. Да ты что? Я укладывала его, сама задремала. Проснулся, его нету. Ты проснулась, а мы просто... Маш! Ты хоть знаешь, что ты сделал? Да ты... Маш, ну прости меня. Ну я же не хотел ничего плохого-то, ну. Ну что? Маш! Нашлась пропаж, да? Да нашлась, нашлась. Нашлась, да? Ну подожди, Маш. Знаешь что, Алена? И душой к ребенку не прикипай. У него своя мать есть. А то придется от сердца отрывать. Матери он не нужен. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, смотришь из-за этой? Вот у меня помощница появилась. Я очень рада. А я вот одеяльце принесла, кофточку связала. Возьмите. А что ж, ребеночки даже на руки не возьмешь. Что думаешь, вот одежа принесла и все? Достаточно? Не возьму. За что вы с ней так? Это ее младенчик-то. Почему ее? Ну как же. Я свой приход хорошо знаю. Все на виду. Раньше-то ее не было. А когда появился у меня ребенок, и она за ним. И ходит, ходит. Каждый день приходит.
исповедь звал. Не идет. Отказывается. Ох, нашего ребенка в обиду не даст. Вот видишь, я крестил его на Виталия Летнего. В честь него назвал Виталием. Крест такой красивый. Крест, да. Сам делал. Теперь это мой крестник. А мать, я думаю, одумается. Сиди здесь. Ген, что за черт творится-то, а? Мы с тобой что, об этом договаривались? Я здесь с сыном. Что случилось-то? Случилось. Случилось. Тендер на завод мы проиграли. Вот что случилось. А этот завод у меня уже в кармане был. Это ж тендер, конкурс, все по-честному. Ген, ты тут перестань из себя дурачка-то строить. Мне по-честному не надо. Мне надо так, как мне надо. Мы в тебя в прошлом году сколько бабок вложили, а? Много. Много. Так вот, теперь долги надо отдавать. Хорошо, я позвоню, поговорю и... Говори. Поговори. А мальчишка у тебя хороший. Ты береги его. Ген. Пап, ты же мне еще мороженое обещал. Ну, мороженое ты можешь и в машине поесть. Ты что, по маме не соскучился? Не, ну совсем чуть-чуть. Молодец, мой ребенок. Да еще там скучно, с тобой весело. Давай ты в офисе поработаешь, а я... Там тихонько в компьютер поиграю. Слушай, ты себя не слишком хорошо вел, чтобы играть в компьютер. Дай-ка телефон. И мы им позвоним. Да, позвони. И скажи то, что я у тебя до понедельника задержусь. То, что мне на работу надо. Слушай, деловой какой, а? Маш, слушай, тут Петька просит до завтра остаться. Ты... Чем это ты так занята? Пьер, как ты мог? Ну как ты мог унести ребенка, не спросив меня? Маш, ну прости, но я не знал, что ты так отреагируешь. А как я должна была отреагировать? Сказать спасибо тебе огромное, да? Где вы ходили вообще? В больницу мы ходили. Что вы там делали? Кровь сдавали на ДНК-тест. Ну, генетический анализ. Оказалось, что у нас тоже можно. Они в Москву посылают, а потом через неделю результат приходит. Но я понимаю, что это глупо, Маша, но иначе ты ничего не докажешь. Ты посмотри на него, у него даже разрез глаз такой же, как у меня. Форма носа. Я тебе детские фотографии покажу, одно лицо. Пьер, эй, мы с тобой договорились. Он даже успокаивается, когда я подхожу. Ну, посмотри, иди ко мне, иди к папочке, иди. Убери руки, пожалуйста. Не надо. Ты взрослый человек, ты прекрасно знаешь, что у нас не может быть общего ребенка. Да знаю я все, конечно, знаю. Конечно, ничего не может быть. Но я просто не хочу, чтобы все так думали, чтобы Сережа так думал. Ведь если ему показать бумагу, в которой будет написано, что я не отец, тогда ведь он поверит. Я ничего не собираюсь ему доказывать. Хватит. А что так дымом пахнет? А? Пожар! Пожар у нас! Пожар у нас! Да ты что? Где пожар? Там, в конце улицы. А я говорила ему, брось ерундой заниматься. Небось, солома-то его и занялась. Ужас, что творится. Ладно, пойдем посмотрим. Давай быстрее там.
кого принесло? Ты смотри. Здрасте вам! Странный какой-то. О, пьяный, что ли? Вот все тебе, бабваль, знать надо. Пошли уже, а то все пропустим. Пошли! Стой! Стой! Нет! Нет! Давай за мной! У соседей! Ребенок! Все хорошо, все нормально, все ты-то как? Все хорошо! Черт! Деньги у меня там все! За землю, за дом! Я! Куда ты? Я! Куда ты? Я!